Бегом, 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 бегом. Вы только посмотрите, это же Пэкмен! Пэкмен в Майнкрафт! Юху! Привет, Пэкмен! Это что было? Пэкмен плохой? Я в шоке. Всем привет, мои дорогие друзья! Меня зовут Ярик Лапа, и это у нас обзор мода Майнкрафт. В этом небольшом видео покажу вам мод, который добавляет один моб. И это у нас Пэкмен. Злобный, огромный Пэкмен, который хочет все съесть. Давайте посмотрим, что же это за чудо такое. Вот он, Пэкмен в Майнкрафт. Огромный такой вот зубастик, у которого бежит слюнька. Огромный язык. Да и вообще он огромен. Странный чувак, издает звуки, все как положено. Как я понимаю, идея взята с фильма «Пиксели». Да. Он ведь злобный, огромный и разрушает блоки, все что хоть что-то разрушает, кружится, вертится. Такой вот чунга-чанга. 100 единиц жизни. Наносит хороший урончик, может съесть кого-то, да. Просто и выбросил. В пасть и выбросил. А ну, давай, 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 давай. Ну уже, давай. Носатик стартует. Ну да, ну да. Давайте носатика еще такого подставим. А ну давай. Он просто его съел. Съел и еще выбросил так, наконец. Пошел разрушать, пошел разрушать. Это думает, да что это такое? Что это такое творится-то? Выброси его, выброси! Почти добил, почти добил. Ну, давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Давай, Пэкмен, давай. Или же ты железяка, давай. Все, ему крышка. Вот такой вот злобный Пэкмен. Так, что же еще? Что же еще? Его можно оседлать. Да, ребята, Пэкмена можно оседлать. Ну как вам? Я оседлал Пэкмена. Неплохо, так скажите. Да, я думаю, что это неплохо. Так, просто берем седлом правой клавишей, и вы просто попадаете ему на голову. Да. И наслаждаемся таким вот видом с головы Пэкмена. Так, ну что ж, спрыгнули. Вид переключаем. Ну и давайте посмотрим дальше. Так, креперочек. Что там с креперочком? Будет у него есть или нет? Конечно же, съел, даже не задумался вообще. Носатика, вообще моментально. Тебя. Так, давай. Съел. Съел, достаточно быстро съел. Хорошо, очень хорошо. Так, давайте же попробуем его все-таки завалить, да? Нужно взять защиты, потому что ну, не такой он простенький, этот Пэкмен. Вы, наверное, думаете, алмазная защита, все дела, 100 единиц жизни. Попробуйте еще его завалить, а? Это будет, по идее, не очень тяжело, но все же, но все же. Так. Так, что-то разрушается. Смотрите, какой урон. Так, так. Фух. Хорошо, что седло я успел поставить. Так, спрыгнули. Спрыгнули. И давай, давай, давай. Так, начинаем, начинаем валить. Начинаем валить, начинаем валить. Есть, 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 есть. Так. Покушали. Бегом, бегом. Бегом, так, так, на Пэкмена, нападаем, 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 зубастик получай, получай мечиком, на, иди сюда, иди сюда, на тебе, по зубам, хочет меня съесть, нет, не дам я тебе, съесть тебя, как бросает-то меня, идет, хо-хо-хо, можно посидеть сразу, да не нужно меня есть, есть, завалил. Так, посмотрим, что же упало. Много-много всяких предметов. Между прочим, каждый раз выпадает что-то другое. Реально. Это, знаете, как, можно сказать, Lucky Pac-Man. Как Lucky Block, только Pac-Man.
Прикольно, да. Это, конечно, очень даже прикольно. Так, ну, по идее, с этим понятно. Он такой злобный, он так нападает, все дела. Разрушает блоки. Всех валит, все хочет съесть. Его можно оседлать. Короче, такой чунга-чанга, ребят. Такой вот чунга-чанга. И он в Майнкрафт. Это, как ни крути, круто, блин. Во. А ну-ка, ну-ка. Выброси его. Вот так. Ну что ж, мои дорогие друзья, спасибо вам огромное за просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч, друзья.